Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в парк юрского периода. Так, задание, забираем награды. Открыли два набора карточек. Плюс. Ага, вот что у нас созрело. Кто это такой? Доказавр. Поместить. Нам еще его можно прокачать. Слушай, ну выглядит так себе, да? Не особо угрожающе, но тем не менее. Давай кормить. Плюс заберем за эволюцию награду. И смотрим, что у нас тут еще готово. Так. А это у нас Насута Цератопс. Вот кто. Это у нас новый динозавр, поэтому мы его... Да давай, в принципе, здесь и установим. Хотя можно вот так сделать. Нет, все-таки вот так. Пускай будет. Значок собрат. Что за значок? Давай, наверное, тоже его прокачаем. До 10 уровня. Плюс заберем награды. Так, тройная корона у нас сделалась. Заберем деньги. Так, здесь. Здесь. И вот тут. Слушай, мы можем с тобой, наверное, сейчас отправить на эволюцию. Хотя, подожди, какая эволюция? У нас еще тут не закончилась. Опачки, нормуль. Так, поместить. Блин, мы можем, в принципе, поднять его до 30 уровня. Блин, ну это, наверное, столько времени придется ушатать. Ладно, пускай прокачивается. До 30-очки. Так, соберем с тобой монетки. Ну что, сегодня надо будет глянуть, что у нас, ребят, за задание. Естественно, пойдем, сходим на арену, подеремся. Может быть, какое-то испытание или событие будет. Сейчас все это глянем. Надо было деньги заранее собрать. Так, значок, кстати. Где? Вот тут. Забрать. Блин, чтобы получить следующий, нам не хватает... Что это за... Плезиозавр. Окей. Надо будет его... А, вот так он легендарный. Его еще надо получить, прежде чем открыть. Так, здесь тоже заберем. Да ё-моё, говорю, заберем монеты. И инкубатор у нас свободен. Я поставил ленивца, кстати, выводиться. 22 часа, но это не так долго. Так, давай посмотрим, что у нас по динозаврам. Будем выводить тех, которых у нас еще нету. Ага, вот новинка. Лептоклейт. Да, активируем, пускай выводится. Смотрим дальше. Кто еще у нас тут есть? Раджазавр, это все у нас было. Это было. Так, ага, вот. Ксифактин. Из новинок, да? Ну что, давай, наверное, вот этих двоих и выведем. Эласмозавр. А с долларами проблема. Не получится пока. Ну что, давай глянем. Так, здесь ничего нового нету. Что у нас тут? Идем на события и смотрим. Так, могучие деньги. Это только для редких. Победить 7 противников. Плюс мы видим дрожь земли и еще зубастей. Хищники. Давай-ка вот это, наверное, попробуем пройти. Ёк-макарёк. Блин, это чисто хищниками надо драться, получается, да? Да, меня тут разорвут. Я туда не пойду, я боюсь. Там слишком страшно. Стая динозавров. Бегство. Ну, вот тут можно еще, кстати, побороться. Давай, наверное, возьмем с тобой тираннозавра. Так, возьмем хищника, возьмем с тобой, наверное, капразуха, скорее всего, да? Да, возьмем капразуха. Хотя лучше сделать немножко по-другому. Вначале возьмем капразуха, потом сфенокодона. И, скорее всего, нам понадобится здесь... Давай летающего возьмем, это будет у нас...
Эудиморфодон. Вот так вот. Поехали. Нам нужно победить 7 противников. То есть противники будут разные, начиная от слабеньких и заканчивая довольно серьезными. Так, ну здесь понятно, нужно менять. Причем сразу же. Замену, да? Сделаем вот так. Ну, он взял бонус. Смысла ему атаковать вообще нету. А вот мне есть. Ага, защиту сделал. Окей. Продолжаем разговор. Атаковать все-таки решил. Ладно, фиг с тобой. Мы сделаем проще. Мы сделаем одну атаку и бонус. Блин, да чтоб тебе. Я совсем забыл, что у него 2 очка было. Ладно, давай посмотрим, что он сейчас будет делать. Атаковать, наверное. Нет, он все, скорее всего, ребята, в бонусы слил. Раз, два. Я сделаю вот так вот. Ну, в любом случае, ему крышка. Двигаемся дальше. Кулазух. 19 к атаке. Ты серьезно? Он решил копить. Нет, так и... А, нет, смотри-ка, потратил. Ну, это смешно на самом деле. Но не забывай, что 3 очка действия он, наверное, все-таки в бонус решил слить. Раз, два, три. Я сейчас просто проверю нашу теорию. Нет, он, значит, получается 1, да? 1 очку действий влил в бонус. То есть, получается, у него сейчас 5. Окей. Что он будет делать? Ничего. Я, кажется, понял, к чему он клонит. Он хочет все очки действий передать сюда. А как мы знаем, травоядники по летунам бьют усиленно. Так что давай-ка мы сделаем, наверное, вот так с тобой. Ну-ка. Блин, надо же так угадать, а? Просто в блок ему пробил. Ну, о чем я тебе говорил. Посмотрим, будет он тратить или нет. Тратит? Удивительно. Ну что же, тогда мы его уничтожаем. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Все, ему крышка. Ну что, выходи, я готов, я жду. Насута Цератопс. 74 атаки всего лишь. Не, ему ничего не светит. Раз, два. Раз, два. Да чтоб тебя, а. Ну, ему только и остается, что впадать в защиту. Так, сейчас будет полностью, да, бомбить, скорее всего. Нет, всего лишь 3. Но это было больно. Раз, два, три. Раз, два, раз. Пробиваем его. И кто у нас тут следующий? Паразаур Олов. Вот он кто. У него уже атака здесь 104. Угу. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Пробиваем. Майонгазавр, да, появляется. Кстати, сейчас будет много у него очков. 6. Если он сейчас все потратит, то он меня, наверное, все-таки победит. Но он не все сливает. Окей. Тогда крышка ему. Уничтожаем. Ё-моё, я-то думал, что он на очки действия поставил, а он, видишь, на защиту. Ну, тогда... Тогда ему крышка. Ты смотри-ка, он ничего не стал делать. Хорошо, проверим. Минус. Так, и последний остается. Это Пастозух. Шансов у него на победу мало. Нет, не получится ему пробить. А вот мы его, по-моему, ребята, ушатываем. По полной программе. Ну что, первый поединок у нас неплохо вышел. А нужно их, по-моему, 3. Сейчас посмотрим.
Вроде как три поединка нужно сделать, чтобы получить награду. Так, здесь продолжить. Да, еще нужно два. Ну что, поехали. Здесь уже 8 противников, и я так понимаю, что они будут уже посерьезнее, да? Чем были до этого. Метриакантозавра взять, может быть? Или все-таки давай тиранозавра? Нет, все-таки этого. Потом возьмем с тобой... Пижару, что ли, брать? Ладно, возьмем этого. И наверное, все-таки Топижару придется брать. Что-то мне не нравится вот эта моя командочка, если честно. Какая-то она ватная. Причем 8 противников. Так, ну здесь хорошо идет. Аргентинозавра мы с тобой сразу рвем. Не давай ни малейшего шанса. Дальше кто у него там? Тодзи? Да, Тодзи выходит. Тодзи мы тоже с тобой сейчас рвем. Я думаю, вряд ли он все в защиту поставил. Давай сделаем так и вот так. Гаденыш, а? И одну очку действий он все-таки в бонус, да, перевел. Ну, 24 к атаке, это вообще ни о чем. Хотя при нашем количестве здоровья это даже прилично. Раз-два. Раз-два. Смотрим. Ну что, убираем его с поля боя. И ждем следующего. Суперзавр. 4 очка. Так, что он будет делать? 3 в атаку пускает, прикинь. Вот так вот потихоньку он меня может и забомбить. Я сделаю, наверное, вот так. И вот так. В любом случае, ему крышка. Так, следующим выходит Диплодок. 31 к атаке. Тоже ничего страшного нету. 4 очка действий, и он все тратит. Че он добивается, не могу понять. Раз. Так, он 3 очка, да, действий потратил. Вот так сделаю. Ладушки. Это кто у нас? Гигантозавр. Потом стегозавр будет. Смотри-ка, ничего не стал делать. Ну что, пора его ушатывать. Раз, два, три, четыре. И вот так. Окей. Вырубаем. Блин, а стегозавр-то 47 к атаке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, он нас вырубает. Да, он нас вырубает здесь. Вот жучара. Так, ну что. Раз. 369 у него, да? Я думаю, этого будет достаточно. И вот так. Блин, у него защита была, оказывается. Ладно. Что он там сейчас предпримет? Атакует. Ну, вряд ли он меня пробьет, потому что мы с тобой жирные такие. По хпшкам. Уничтожим его? Да, вполне. И выходит у нас кто? Аланка это? Нет, это Чжес. 70 к атаке у него. Ничего опять не стал он делать. Ёпрста, я, кстати, понял, что он хочет сделать, ребята. Он хочет все бонусные очки слить в хищника. Хищник, естественно, он меня пробьет. Понимаешь, да, к чему он ведет? Поэтому я сделаю вот так вот. Смотри, какой жучара, а? Надо же поставить два блока. Ёпрста. Так, ну у нас 4 защиты стоит. Ха-ха-ха. Так, получается, у него 2 очка действий. 2. Неужели он защиту поставил? Вряд ли. Давай так попробуем. Да ты что, блин? Ты посмотри, а. Ну. Ничего опять не стал делать.
Блин, может мне топижар взять, а? Пока не поздно. Давай топижар возьму. Попробуем сыграть именно им. Раз, два. Блин, вот это я, наверное, зря сделал. И подбить не подобью, и топижару, по ходу дела, профукаю. Так же, как и бонусные очки. Скорее всего, так и будет. Да, я лопухнулся здесь, друзья. Этот меня ушатает потом. Потому что он будет последним. Причем он редкий. Несмотря на то, что у нас тут хоть и легенда. Остальное все в защиту. Да блин, да чтоб тебе, а? Он будет копить. Он сейчас даже ничего действовать, делать не будет, видишь? Ну-ка проверим. Ага. Нужно как-то подкопить нам с тобой 8, я не знаю, 8 атаки. По-моему, поздняк уже, да? А нет, нормуль. Так, он 4 потратил. Как-то нужно сделать и так, и так. Посмотрим. Да чтоб тебе, ты заколебал, а? Ну сколько ты потратишь? Нисколько. Будем тогда тоже потихоньку с тобой копить. Ага, 2 защиты он брал. Ну давай проверим, что он будет делать. 4 к атаке. Он меня так потихоньку расколбасит. Так, раз, два, три. 4. Еще возьмем с тобой один бонус. Так, он опять брал 2 защиты. Все, пора его ловить. Пора его ловить. 3 очка, да? Он бонусных оставил себе. На всякий случай проверим. Угу. Одно, значит, сюда. Слушай, нет. Да заколебал он, серьезно тебе говорю. Он меня провоцирует, чтобы я взял больше к атаке. Ладно, я сделаю вот так вот. Смотрим. Ё-моё, неужели подловил? Нет, пока терпим. Три. Раз, два, три. И все в защиту. Так, ну что, здесь мы его пробили. Выходит. Твою налево, 234 к атаке. Все, крышка нам похудела. Все будет сливать или нет? Нам повезло, ребята. А вот сможем, мы его не сможем пробить. Прикинь, 60, 120 и 240 это максимум, что я смогу сделать. Я рискую, ребят. Смотрим, сколько он сливает. Нисколько. Я иду ва-банк. Ребят, просто риск. Должен пробить, да? Нет? Нет, как так, ну не хватило, ребята. Все, он ушатывает нас. Твою дивизию. Не хватило всего лишь каких-то 24 плешивых атаки. Ты представляешь? Да, бедный наш динозаврик. Ну что, я буду мстить. И мстя моя жестокая. Для этого нам придется с тобой взять. А что нам придется с тобой взять? Птеродактиль, наверное. А давай сделаем так, возьмем тиранозавра. Ютирануса возьмем с тобой. И пастозуха. У нас получается с тобой 2 хищника плюс 1 рептилия. Ну, начало, как говорится. А, так а что, противники не меняются? О, так это ж круто. То есть как шли по порядку, так и будут. Тогда шикарно. Так, Тодзи.
тебя тоже, как говорится, мы уничтожать будем. Даже атакует, ты посмотри, а. Раз, два. Готов. Ну что, выходит суперзавр. Ну и что ты сделаешь? Ничего. Раз, два, три. Выносим. Так, следующим будет у нас диплодок. Ну его мы тоже, в принципе, вынесем. Что он будет делать сейчас? Надо же, три атаки делает. Ох, какой жучара. Значит, нам нужно сделать с тобой вот так. Окей. Ну что, гигантозавр выходит. Почему-то он ничего не стал делать. Давай вот так вот. Угу. Минусуем. Выходит у нас стега. 6 очков к атаке. Ой, 6 очков у него, да? Действий. Тратит 4. Хорошо, звезданул. 2 оставил он себе. Куда? Не знаю, ребят, куда он там их оставил. Надо нам взять 3. И вот так. Угу, вырубаем. Выходит Джесс. 4 атаки, ну что он будет делать? Если он будет, конечно... Ты посмотри, а. Ты посмотри, что сделал, а. Ну что, уничтожаем его, да? Уничтожаем. Раз. Там, по-моему, одной атаки достаточно вроде бы. А, нет, 2 надо, как минимум, 2. И защиту ставим. Так, ну что, лети отсюда, пташка. И вот мы дошли до виновника торжества. Тирана Титан. Он ничего абсолютно не стал делать. Неужели он поставил себе 4 защиты, а? Что-то я сомневаюсь. А ему крышка, все. Ну вот, мы прошли с тобой второй поединок. Нам еще нужен один поединочек, чтобы забрать награду, естественно. Ну что там опять у нас? Код 19. Так, отправим Оуэна. Здесь забираем с тобой награды. Собрать моды, покормить 4 динозавров и использовать 3 ускорения. Ну, ускорение я не смогу использовать, потому что у меня нету долларов. Ну, а с модами, ну, моды можно, в принципе, да, сделать. Ага, 50 бакинских получаем. Так, нам нужно еще принять в PvP сражении, собрать моды. Так, давай-ка за еду, наверное, а? Еды очень много у нас. Поэтому можно потратить еду, потому что ДНК и доллары, естественно, лучше поэкономить. Редкие моды, и выпадает нам бодрость. Окей. Так, забрать. Нужно покормить еще какого-то динозавра. Кто хочет кушать? Ты? Окей. Награду забрали. Так, смотрим. В ПВПшке, что ли, поучаствовать, а? Ну, давай поучаствуем в ПВП. Например, можно и в водной, можно и в кайнозойской эре. Нам, в принципе, без разницы. Возьму, наверное, Архилона. Банана Гмиуса. И, скорее всего, Прагнатодона. Вот так вот. Поехали. Смотрим, кто нам тут достанется. Кстати, а там же нужно было в ПВПшке, по-моему, динозаврами драться, а не
Морский. Ох, ёк-макрю, кого он там? Какой-то гибрид, по-моему, да? Ядрён матрён. Ты посмотри. Офигеть, какой ужасный чувак. Если он атаку мне нанесет, он половину здоровья снесет, прикинь. А как вот, чем его бомбить? Вот этим только если. Смотри, он атаку наносит. Офигеть. Че, нам только менять, если? Вот на этого. Ну, допустим. А мне его пробить, это, конечно, нереально. 922 здоровья. Ты правильно, гибрид. Он сейчас будет копить себе, наверное. Да, он прекрасно знает, да? Так, он сделал две атаки, поэтому четверть у него отнимем здоровья. Естественно, он сейчас добьет. Понятное дело, ему одну атаку сделать надо. А вот как этот у нас Бананагномию. Как его там? Банана Гмиус. Банану Гмиус. Вот как. Так, ну что, в принципе, здесь можно его ушатать. Поехали. Готовченко. Так, следующий у нас там опять у какой-то редкий. 83 к атаке, но это Салабон на самом деле против нас. Хотя, если он сейчас все вольет, он сможет победить. Так, неужели вырубит? Вырубит. Так, ну здесь достаточно нам сделать вот так и вот так. Смотри-ка, он сюда вот все влил. Ну, да, но подобьет нас, конечно же, друзья. Он все прекрасно посчитал. Я потратил две атаки, ему нужно 5 влепить, чтобы меня бомбануть. Причем атака у него офигенная здесь. Ну, как-то так. Если бы не его гибрид, возможно, мы бы выиграли. Так, ну что, я предлагаю сыграть, наверное, тогда вот здесь еще. В Кайнозойской эре. Заодно кое-кого протестим. Вот этого. Ну, мамонта мы уже видели. И вот этого, 20 уровня. Поехали. Посмотрим, как оно все будет выглядеть. Ищет соперника нам. Ну, этот, смотри, жирный какой. Воу-воу-воу, да тише. Надавали, как всегда, ребята. Жесть какая-то. Вот как вот мне с ним драться, объясни. Поменять, если только. Ну, давай поменяем. Он, наверное, тоже будет менять. Или нет? Сейчас посмотрим. Ну, что ты там топчешься на месте? Давай же, или атакуй, или меняй. Атакует. Гаденыш уверен был в себе, да? Очень уверен. Да блин, ну что делать? Атакуем, ребят. Фигли. Половину здоровья отняли. Так, ему нужно потратить две атаки, да? Чтобы моего мамонта ушатать. И он это делает. Мамонт мой готов. Так, нам нужно с тобой тоже сделать две атаки. И плюс бонус. Осел. Так, Амфицион. Ну, Амфициону сразу крышка. Хотя он бонусы, наверное, вот сюда перекинет. А это редкий. Он его сразу берет. И две атаки, да, у него есть. Смотри, что творит, а. Так, ребят, ну нам надо его уничтожать, естественно, по полной программе. Поехали. Все. Ну, а Амфицион нам вообще не страшно. Со своими 45 атаками.
беспонтово. Дикая собака Динго. Чем-то похоже. Так, ну что, добиваем. И, в принципе, победа за нами. Великолепно. Кого-то мне напоминает верблюда, что ли, какого-то. Ну, похож, да? Опять код 19 загорелся. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Приз любителя. Да ладно. Архиотерий. Так, давай-ка за рекламку еще. Поехали. Посмотрим, что нам здесь. 40 значков доверия. Понятно. Так, и мы с тобой, ну что, выиграли в PvP-шке, поэтому забираем награды. Насколько я понимаю. Использовать ускорение, блин. Ну где я их сделаю, а? Нигде. Так, а на рынке, я понимаю, мы с тобой получили нового динозавра, которого сможем... Вот он. Архиотерий. Давайте выводить его. Ну и что же теперь остается у нас? Давай посмотрим. Блин, ну это событие нужно как-то добить сегодня, по возможности. У меня нет тут денег. Я бы, конечно, бы по откатам бы сделал. Давай попробуем, наверное, сделать так. Реликозавр, да фиг его знает. Будет ли здесь от него вообще какая-то польза? Вот этого бы как-то забрать. 55 долларов нет у меня столько. Вот, вот этого можем освободить. А ну что, попробуем такой вот командой. Птеродактиль, я, ну, очень много на него ставлю. Птеродактиль. Так, ну до звука сразу врубаем. Просто моментально. Так, ух ты, 83 к атаке. Неужели сделает мне? 200 очков может срубить. Нет, ничего не стал делать. А я влуплю. Ты смотри, а. Ты смотри. Ну и что, он неужели будет атаковать или нет? Атакует один. Одна атака, ребят. Так, значит, нам нужно сделать с тобой две атаки плюс бонус взять. Так, он на этого, да? Все, ставку делает. Хорошо. Нам желательно бы сменить, конечно, на эрликозавра. Воу-воу-воу. Хорошо, сейчас прижучит. Хорошо, ребята. Бедный мой птеродактиль, а? Так, ну что, поменяем, наверное, да? Я думаю, две атаки будет достаточно. Две атаки плюс два бонуса. Так, вырубаем. И у нас... Афиакадон, 161 к атаке. На 4, да, он может нас вырубить. Он потратил 3, да? Одну очку действия он оставил. Блин, ну мне его бомбить тут нет смысла. Хотя, подожди, что я? Сделаем вот так. И вот так, посмотрим. Да, отлично. Выносим. И выходит шунозавр. 106 к атаке у него. Так, он что, хочет на него, что ли, ставку сделать? А ну-ка, я меняю. Я меняю, сделаю вот так. Раз, два. Вот так вот. Посмотрим. Ты посмотри-ка, а. Блок сделал тоже 2. Угу. Что он предпримет? Нет, парень, не тут-то было. Вот тут ты обделался. Причем конкретно, да? Он все, по-моему, потратил. По-моему, все. Ну-ка, смотрим. Нет. Не все, все-таки одну защиту поставил.
Так, а здесь у нас выходит Тираннозавр мод 2. Пробить не пробьет. Хорошо, что я перестраховался, да, друзья? Ну что, достаточно будет, наверное, вот так вот сделать. Бинго. Так, выходит Скафагнат. Что же он предпримет? Две атаки делает, две атаки у него остается, да? Точнее, два бонусных очка остается. Куда он их сливает? Фиг его знает. Мы с тобой сделаем попроще. Вот так. И, наверное, вот так. Слушай, я делал на самом деле дрянь. Почему дрянь? Потому что у нас с тобой травоядник остается, а тут хищник. 5 очков. Неужели, блин, у нас одна защита? Ёк-макарёк, а? Ты посмотри. Вот вшивый, а. Ну даже если я 4, я не пробью его. Или пробью, посмотрим сейчас. Не хватит. Воу. Есть, ребят, я сам не ожидал, что хватит. Эрликозавр меня не подвел. Фух. Так, ну что, мы с тобой победили. Соответственно, сейчас будем забирать награды. Давай рулетку эту. А, у нас набор, а не рулетка. Так, станция связи и... Да ну, блин. Джетс. Этот у нас есть. Так, и 325 очков доверить. Плюс вот здесь вот наградочку заберем. Ну и тут тоже, да? Так, использовать ускорение. А какое мы ускорение с тобой использовали? Что-то не понял. Так, здесь мы размещаем станцию связи. Да, вот сюда ее можно, в принципе, поставить. Особого, как говорится, толку от нее нету. Пускай там стоит. Ну и, в принципе, все. Все, что мы могли на сегодня сделали. Больше у меня, как говорится, нету ни долларов, чтобы сделать откаты. И, соответственно, подраться я больше не смогу. Поэтому будем закругляться. Мы обязательно увидимся уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.